привет, любители мультяшек! В эфире программа «Таёшкины сказки» и я, ее ведущая Вика. Вместе со мной программу ведет лесной житель ёжик по фамилии Таёшкин. С улицы Таёжной, города Мегиона. Чих-пых! Всем хорошего дня! Ёжик, а ты знаешь, кто самый главный человек на Земле? У нас у ёжиков знаю. Это мама ежика. Она самая колючая. У нее 10 тысяч иголок. Мама ежиха самая любимая. А у людей кто? У людей, конечно, мама. У нас даже есть такой праздник – День Матери. Вика, я бы этот праздник отмечал каждый день в году. Я знаю, что ребята из студии «Сельси» даже сделали мультик для мам из песка. Правильно. Есть такой мультик. А как участники студии его придумали, сейчас узнаем у его руководителя. А мы читаем много на занятиях. То есть пока они у меня работают, а я им читаю книжки. Есть у нас такая традиция. Они сидят, слушают. И вот один раз, когда читала им эти стихи Елены Благининой, взяла так наугад книжку. И девочка одна сказала: «Что-то мы вот про эти стихи никогда не снимаем». Я говорю: «Ну давайте попробуем». И все. И мы просто порисовали, потом соединили картинки, им понравилось. Ну, решили записать стихотворение. Но озвучивала не девочка, озвучивал мальчик маленький. Поэтому он сказал: «Не пишите меня, потому что там голос у меня как у девочки». Поэтому мы в титрах не указали, там просто средняя группа указана. Что из этого получилось? Сейчас узнаем. Камера, мотор, поехали! Мама спит, она устала. Ну и я играть не стала. Я волчка не завожу. Я уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. А по маминой подушке луч кладется золотой. И сказала я лучу: «Я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела. Вслух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела, я б могла похохотать. Да мало ли я чего хочу. Но мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул ко мне. Ничего, шепнул он будто, посидим в тишине». Давай поблагодарим тех ребят, которые сделали мультик для мам. Конечно. И посмотрим еще один мультик. Жила-была мамочка. И у нее была я. Моя мама ходила на работу. Мама домой устала, а я ей хоп и цветочки в коридоре. И мне захотелось мамулю порадовать. Ребёнке нужно, чтоб радовать. Испекла я маме пирог и согрела чайник. Она на кухню, а я хоп и чай уже налила. Мы вместе пили чай, и мама улыбалась. Поздравляем всех мам! С Днем Матери! Хорошего настроения и чих-пых отличного поведения! Всем хорошего дня!